Jūrmalnieki aicina. Stop. Ir labi, bet mums vēl kārtīgi jāpatrenējas līdz kūrorta svētkiem. Nebija slikti, bet daudz labāk būs, kad svētkos uzstāsies paši karnevala jūti. Jūrmalas kūrorta svētki būs laba diena labā pilsētā. Отличное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома после 9 утра. Личное утро. В личном утре, как мы вас и предупреждали, сегодня музыкант, художник по световому дизайну Андрей Антужан. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Ведут программу сегодня Андрей Лешкевич. Наталья Михайлова. И звукорежиссер Евгений Копейн. Все, что вы хотите узнать о световом дизайне, о музыке. Также, все, что вы боялись спросить об этом. О Андрее Антужане, пожалуйста, звоните нам 672-12-939 и 672-13-939. Вот мы знаем, что вы очень, в принципе, получается, очень даже знаменитый дизайнер. Вы работали в Лондоне в фирме известного художника с мировой известностью Криса Брейси, который изменил, можно сказать, ну, во всяком случае, внес свой вклад в изменение Лондона, да, в Сохо, знаменитый район, за счет вот этих провокационных неоновых вывесок и так далее. Ну, и с фильмами вы сотрудничали, с Голливудом, можно сказать, да, и так далее. То есть вот это же все, наверное, ну, наверное, какой-то очень продолжительный период в вашей жизни занимало? Скажем, как раз-то нет. Нет? Все это быстро, был такой яркий взлет, да, и причем настолько... Вообще история, как я туда попал, она настолько необычайна и, в принципе, хрестоматийна. То есть основывается на одном, да, то есть дерзайте. Что я, в принципе, и делал, когда я приехал в Лондон, я уже поработал в нескольких других компаниях, и пришло предложение, ну, начал искать, то есть надо развиваться и так далее. Разослал в разные компании CV, портфолио, что я делал, что и как. Угу. Пришло предложение от компании Криса Брейси. Я тогда не знал ни кто он, ни что он, ничем они занимаются. Вообще, в принципе, ноль. А претендовал не на... Криса Брейси вы слышали вот имя или тоже до так, того для нет, вас это до было? Того вообще ничего. Понятно. И, в принципе, даже не было никаких-то задумок, то есть связанных с искусством, что это вообще, эта сфера может быть связана как-то именно вот с искусством. То есть я конкретно работал, делал световые вывески в Лондоне. На тот момент уже в одной небольшой фирмочке занимался именно начальником производства был и пытался как-то, претендовал уже на роль, то есть как бы дизайнера и менеджера, то есть то, что я делал здесь. Пришло письмо от него с вопросом, работаете ли вы в Sign Lab. Я по своему на тот момент не очень хорошему знанию английского начал переводить, что он имеет в виду, потому что они, англичане, по-разному имеют в виду, да, Sign, вывеска, Lab. Может, лаборатория? Может, он имеет в виду в лаборатории по изготовлению вывесок? Ну, естественно, да. Я ему пишу. Я да я 10 лет, да я лучший, я вообще в этом плане я идеальный. Да, я живу этим, вы лучшего никогда не найдете. Окей, ну там по зарплате все определились, естественно, я сразу загнул, то есть как бы чтобы планку уже держать. Лучший так лучше. Да, приезжаю, приглашают меня на интервью, приезжаю на интервью, проходим производство, я... Примерно. Вообще с англичанами очень сложно говорить, у них английский язык, но он настолько, когда они быстро говорят, они очень непонятно говорят. Человек, который, скажем так, это, первый раз попадает, любой, он даже со знанием английского языка. Особенно они еще, скажем так, отдельно каста англичан, это кокни, именно лондонцы, которые с историей лондонцы, да, то есть они видели первый концерт Битлз, он там на первом концерте Фэнси был, еще где-то, да, то есть... И вот мы проходим это производство, я ему говорю, да, вот я могу такие буквы делать, я могу там то-то делать, я могу то-то делать. Он говорит, а, отлично, отлично. И такое непонимание немножко в глазах, то есть как бы, зачем я это ему рассказываю? Ладно. Мы поднимаемся на второй этаж, стоит компьютер, стоит рабочее место, пустое. Он говорит, ну вот садись, твое рабочее место, вот программа Sign Lab работает. И оказалось, что это дизайнерская программа. Я на тот момент, ну, я знал, я работал в Латвии, в основном работают Corel Draw, там, Illustrator, Adobe, да, адобовские программы. В Англии очень распространена программа Sign Lab, которую я даже не знал, что она такая есть. Ну, как мы выкрутились. Как, да. Как в кино все. Вот, он мне говорит, через час придет
твой непосредственный коллега-начальник Боб, 60-летний англичанин, который знает все программы, знает все, но это уже потом. И он как бы даст тебе задание, проверит, если ты нам подходишь, значит, ты остаешься. Я понимаю, у меня есть один час. Я сажусь за этот компьютер и начинаю, я скачиваю демо-версию Corel Draw, я начинаю, открываю эту SignLab, я понимаю, ну, в новую программу, они все примерно похожи, да, то есть графические редакторы, но в новую программу ты так быстро не врубишься. Я начинаю искать, как мне их совместить, то есть, чтобы я мог работать в своей программе, а выдавать результат в их программе. И буквально за 5 минут до прихода Боба я нахожу решение. Причем оно было вообще... Я там пытался через разные другие программы. Оказалось, надо просто копи-пест сделать. Да? Все просто, да? Да. В итоге пришел Боб, дал мне задание, я его сделал в Corel Draw. Но Боб заподозрил неладное или нет? Ну, конечно, он сидел рядом, он посмотрел, он спросил, а ты в Corel Draw работаешь? Я говорю, да. Как же SignLab? В этом есть какая-то разница? Он так посмотрел на меня и сказал, ну, в принципе, нет, какая разница, результат выдаешь, как бы, какая нам разница, в чем ты и как ты это делаешь. Я говорю, ну, я могу выучить SignLab, там, буквально, мне там дайте 2 недели, мне дали талмуты, то есть я, естественно, за 2 недели постарался там выучить, но по-большому потом мне установили этот Corel Draw, и всех устраивало, и я в нем работал. Как бы. Да, урок такой для всех, что да. Вот когда вас ставят в безвыходную ситуацию, нужно выкручиваться, никогда, да, надо сдаваться. Всегда пытаться до последнего. Да, вообще об этой отрасли, вот световой дизайн, можете рассказать? Она довольно молодая, но в то же время не совсем молодая, я так понимаю. Вообще, что это? Это просто вывеска, к которой мы привыкли, да? Или это что-то еще? Да? Вот что, оно да, и делится, скажем так, здесь это просто вывески. Там, здесь в Латвии, в смысле? Да, и в Латвии это молодая отрасль, да, а в фирме, в которой работал Кристо Брейси, она была основана в 1962 году, то есть, и там мне показывали приборы, которым уже более 100 лет, то есть, у них это, ну, у нас в Советском Союзе не было рекламы как таковой, у них это рекламная отрасль, она очень большая, и очень многие вещи, которые здесь считаются вчерашним днем, там это считается ретро, и это уже круто, то есть, мы даже... Иногда занимались тем, что старили вывески. Потому что по под психологии... Под какие-то годы, да, типа? Да, по психологии. Я не мог понять поначалу, зачем мы обливаем кислотой железо, потом под дождем это вымачиваем, чтобы оно было ржавым, потом покрываем лаком, потом на вновь открывшийся пап это ставится, да. И психология человека такая, ну, по крайней мере, как мне объяснили, для чего это делается. Человек, проходя мимо какого-то ресторана, паба в Лондоне, если видит новую вывеску, он относится к ней с недоверием. А если он видит, что вывеска старая, она здесь стоит уже там 100 лет, да, значит, с этим пабом все в порядке, тут как бы все хорошо, традиции, он здесь был с кончания веков, да, с начала веков. И, ну и мода просто, это такое. Мода, это как джинсы потертые, да, наверное, вот? Ну, может быть, и мода какая, тоже, какая-то, да. Какая-то степень, но опять же, все же, наверное, так не делают, есть же новые вывески. Конечно. Прогресс есть. Ну, прогресс. Хорошо, вы говорите, что в Латвии это только вывески, а как же наш этот знаменитый фестиваль света, я там и все остальные? Вообще вся эта подсветка зданий, вот она там очень модная. Ну, это немножко модная. Отдельная отрасль. Это не просто подсветка, да, это уже игра света, игра подсветки, это другое. Это входит в световой дизайн или здесь, нет? Нет, здесь именно, то есть как бы это, можно даже не световой дизайн, а световая скульптура. В принципе, этого направления очень, да, очень мало. А Крис больше налегал на неон, то есть у него и прозвание Neon Man, да, ну, как бы в мире известный. Я больше пытаюсь все-таки выйти уже на LED, потому что не он, ну он красивый, да, но он все-таки уже как бы, может и отжил свое, может и нет, ну тут такое, но это уже вот именно как световая скульптура, можно так сказать. А в Латвии вот где ваши работы можно увидеть? Вы же тоже многие фирмы, в общем-то. Ну, коммерческие, тот же Parex, да, конечно. Это же ваша, да, вывеска? Ну, когда-то в свое время Parex Bank, да, делал. У нас же тут на крыше стояли буквы Parex Bank. Нет, ну эти буквы я не делал. Не эти, Parex, да? Да, разные. А какие? А где можно увидеть? Вот так идешь по улице, смотришь? Сейчас, ну... Дабл кофе, опера. Нет? Не ваши? Опера делал афишные стенды, да, мои. Ну, всякие салончики цветочные, такое. Я сейчас от коммерческого ухожу, да, то есть как Нет, бы... Нет, понятно, того... имеется в виду, вот в прошлом, может быть, даже какие-то работы. Они сохранились Влад... еще? Очень мало, очень мало, да. А сколько живет вот эта световая скульптура?
Вот вывеска, допустим, просто делать. Вывеска в зависимости от клиента, да, то есть очень... В Латвии вообще, поскольку я очень давно этим занимаюсь, и здесь очень часто бывает так, что я приезжаю и сразу вижу, что этот магазин продержится, ну, буквально там полгода-год, да, то есть как бы... И очень много мест есть, в которых я очень часто менял вывески. Нет, есть это такое. Понятно, это с другой стороны. Ну, а сама вывеска, вот ее долгожительство. Ну, она может и 10, и 20 лет. Это же пластик, сейчас это все пластик, там железо, алюминий, без разницы. Не поблекнет, не испортится ничего. Что-то где-то зависит, может да, быть, да, зависит от всего. Как вы попали в Голливуд? В самом Голливуде я не был. Ну, в Голливуд это все происходило в Лондоне, в принципе. Вы же работали над созданием декораций различных, да, по голливудским блокбастерам. Да, но это они их снимали именно в Лондоне. Ну, это не и важно, в, принципе, в любом случае вы в него оказались попали. В Голливуде. Так или иначе. Ну, образно в Голливуде, да. То же самое, я, в принципе, Криса компания делилась на две вещи. Это был арт, то есть больше искусство, работа с именно кинокомпаниями какими-то, с Warner Music, да, с, и отдельно коммерческие, как бы коммерческие направления, у него даже две компании было. Меня больше, мы с ним сработались именно по, в плане искусства. Ну, а поскольку он разъезжал, разлетал, да, то есть как бы он мог улететь в Париж на месяц, его нет, да, кто-то этим должен был заниматься. Соответственно, всем этим занимался я от начала до конца, были проекты, были где только частично. Угу. Вот, в принципе, и все, все просто, как говорится. Так же самое, то есть поначалу, когда я только начал работать, делал какие-то вещи, когда он увидел, что почти каждую вещь, которую я делаю, я пытаюсь сделать по-своему. Поначалу мы с ним боролись, бодались, потом он мне дал волю, и когда пошли уже отзывы клиентов, что «Вау, Крис, как ты классно все сделал», он понял, что можно доверять. Да, можно доверять, и все. Ну, вот все-таки интересно про Голливуд, какая-то специфика запросов там у них есть, я не знаю. Нет, как правило, у них уже все четко придумано кем-то другим. То есть мы, в принципе, только выполняли уже технические всякие вещи, да. Ну, момент там Fast and Furious мы делали китайский квартал. То есть все, что было, было прислано, все эти вот дизайн, больше всего да? я заморачивался. Нет, дизайна это не было. Форсаж, да? Я заморачивался да. переводом, чтобы не было ну, каких-то курьезов, все-таки иероглифы, есть иероглифы. И помимо того, что я напишу там кафе, да, на какой-нибудь. А пишут вообще так китайцы? Китая, может, там как-то по-другому это используется. То есть, именно в смысловом варианте, то есть, было очень ну, да. много согласовок, согласований и так далее, и так далее. А технически у меня были образцы, то есть, я не знаю, где их Крис достал, и, в принципе, по ним я уже примерно, то есть, того времени... У него рядом с фирмой находился склад огромный, который он назвал God's Own Junkyard. Это божественный склад вывесок. И у него была такая философия, что вывески, когда умирают, их надо, им надо тоже какое-то свое кладбище. И вот он организовал это кладбище вывесок. Может, они потом могут вернуться как-то? Типа как-то того, как-то да. Что туда и... можно ходить, находить опять идеи ну, какие-то. Да? Что, в принципе, чем я и занимался. Да. А с китайскими вывесками мне еще напоминает, как иногда русские слова в голливудских фильмах, знаете, да, как-то вставляют. Просто перековерканы да, там. Например, слово «почта» в одном фильме, я помню, было написано «поща». «Поща». Вот, наверное, с азиатскими то же самое, там иероглифы, они все такие загадочные и сложно понять. А кто-то консультировал вообще вот по этим китайским иероглифам? Ну, я с клиентом связывался именно, подходит, не подходит, сам искал. То есть клиент, в принципе... Там принцип другой, никто тебя ничему не учит. Либо ты учишься сам, и ты успешен, либо ты где-то ошибаешься. Там это где, в Англии или по крайней мере, вот где я работал, в Лондоне, да, то есть как бы... В этой среде, среди англичан, именно вот кокни, они всегда ответят, всегда, как бы, если ты спросишь и так далее. Но, в принципе, ты должен сам все время. У меня поначалу просто... У меня было ощущение, что я слышу, как извилины крутятся в моей голове. Потому что и язык, и сама специфика языка, и технического, и ихнего именно выговора кокни, да, то есть, как бы, оно... Плюс столько новых знаний, мне надо было освоить очень много того, чего я не знал. То есть, есть... Я, например, не мог представить, что есть художники, занимающиеся фотографы, которые несколько десятков лет занимаются только тем, что фотографируют вывески.
То есть это такой есть пара в Нью-Йорке, такой, и, и потом у них выходят каталоги, да, Нью-Йорк, который мы теряем, Прага, которую мы теряем. То есть они ездят по. Почему теряем-то? Ну, потому что эти вывески умирают, они уходят, все, потом что-то будет другое. Да, да, да. То есть есть реально вот это вот все надо было. Мне надо, например, воспроизвести какой-то там 70-е, там какой-нибудь Кэнди вывеску. А насколько велика конкуренция вывесок, которые не используют световые элементы? Вообще составляют они, или сейчас уже об этом можно не говорить, как бы сейчас свет он правит балом? Да, наверное. Уже не актуальны те вывески, которые без света? Ну да, в принципе. Можно сказать так, да? Можно сказать так, да. Я напомню, что у нас в гостях сегодня в личном утре музыкант, художник по световому дизайну Андрей Антужан. Звоните, если есть вопросы, 672-12-939 и 672-13-939. А в принципе до этого светового дизайна что в вашей жизни было? Чем вы занимались? Или это сразу вот первая, так сказать, нет, профессия? Я был пограничником. Я работал на всех границах латвийских почти что. Вот это поворот. Поэтому. Тоже очень интересно. Может быть, там вы вдохновились к этой новой профессии каким-то образом? Государственной границы. Не хотелось сделать неоновую вывеску. Красивую такую. Где вдохновился, я могу сказать. Я вообще был ужасно удивлен, как я попал в эту отрасль, потому что у меня по рисованию всегда была тройка. Я на всю жизнь запомню этот молоток. Долбанный, который мне надо было нарисовать в школе, и я никак не мог его, мне постоянно ставили двойку, я был круглым отличником поначалу, да, в школе. То есть, как бы мне вот это рисование. Что вы рисовали никак. В школе молоток? Да, надо было нарисовать молоток. Да, наша учительница знала толк. Вообще никак не получался. И я говорю, я его запомнил на всю жизнь. Но по прошествии времени я как-то наткнулся на свои тетради по математике и так далее, и я увидел, что все последние страницы изрисованы объемными буквами. То есть. Да, было такое, да, мода тоже. Да. Рисовали. И тогда, и сейчас, чем, в принципе, я и занимаюсь, то есть создаю 3D, объемные вывески и так далее. Вы натолкнулись на эти страницы, и что? Ну, я понял, что. Что вот тогда судьба вам подсказывала. Тогда, наверное, да. Это вы еще на границе работали? Нет, еще до этого в школе. А, еще до этого, когда наткнулись. А, наткнулся уже, когда работал вот именно. В принципе, дело, в школе вам вывески, не приходила в голову мысль, что не вы можете дизайнером что я вообще, стать, вообще да, с каким-то, как-то? Да. С, я пел много в школе и в хоре, и индивидуально. Музыкой занимался, закончил музыкальную школу по классу скрипки. Потом гитара, естественно, ну, пианино немного. То есть, как бы, музыки было много в моей жизни. Но чтобы а музыкальные коллективы? Какие-то были, ну, имеется в виду уже там группы какие-то или еще что-то? Или нет, вы... то в студенчестве что-то пытались как-то там записывать, относили даже к Шевчуку, когда он приезжал сюда, но это были такие панк-рок-команды хулиганские, которые, в принципе... И... Все-таки вот вы говорите, что служили на всех государственных границах, тут, ну, вернее, на одной государственной границе, на всех границах. Кроме да. эстонской, да, да. То есть я на российской сначала в армии был. Потом после армии я на Литовской в Гренстал работал, потом Рига, аэропорт. И потом уже сразу бац, и световой дизайн начался. Нет, потом перешел в компанию, занимался растаможкой, поскольку это было связано с... С границей. А потом, решил, как у меня друг детства занимался, работал в какой-то фирме, и поскольку я уже занимался бизнесом, он работал в фирме, давай вместе откроем, начнем заниматься вывеской. Вывесками. Да. Нет. Ну и пошло с вывесок, и в итоге так все и пришло. И первая вывеска, которую вы нарисовали, сделали. Помните ее? Да, это был кому? На... Кто такой счастливчик? Кто может сейчас продать с аукциона за большие деньги? Она, кстати, ну, по-моему, ее переклеили, но сама коробка еще до сих пор существует. Я ее вижу постоянно на Дзырнову. Золото продают. Маленькая коробочка. Видимо, им принесла ваша вывеска удачу. Зелц Судропс. Не помню сейчас, что там было конкретно написано, но... Но так прохожу, да, то есть сама конструкция еще стоит. Что делать, если в вывеске, например, сделали грамматическую ошибку? Такое бывает? Постоянно. Да вы что? Постоянно. Это нормально, все мы люди, все ошибаются. Это же вывеска. Что там можно, как там можно ошибиться? Берешь пилу.
И отпили, если нам хочешь. Не, ну, например, гаруши мы забыли поставить. Такое ну, бывает? Поклеивается, да. Это же этапов много. Сначала дизайнер. Дизайнер не обязательно владеет госязыком, да, то есть, или тем языком, на котором это написано. Он дизайн состоит. А спросить, как это должно? Ну, когда проходит много, это же конвейер. А художник рисует? Ну, и поэтому потом еще те, кто делают, они могут еще что-то не так сделать, потому что это же наклейки в основном сейчас. То есть, может, это гармзин отлепиться или еще что-нибудь. Поэтому кто там конкретно виноват, неизвестно. Ну, переделывается, и все. Единственное... Ну, проще, наверное, снять гармзима, чем поставить обратно. Или как? Да, без разницы. Единственное, очень опасно делать ошибки на улице Йомас, потому что там... Полиция сразу за госязык штрафует. У меня был случай, буквально 15 минут уехали привезти. У нас так же самое, не было гармзима. Приехали уже штрафуют. В каком слове? Именно на Йомас. Помните? Да, именно на Йомас. Нет, не помню слово. В Юрмале, то есть так бдительно, да, смотрят за это? Да. Микс Ньюс. Чем отличаются вывески и световые скульптуры? Вот как отличаются? Расскажите нам в эфире уже теперь. Вывески – это чисто коммерческий проект, который тебе заказывает заказчик. То есть он, вывеска, она призвана привлечь клиента. А световая скульптура – это то, что ты делаешь ради того, чтобы вызвать какую-то эмоцию каких-то людей. То есть это уже произведение искусства? Это произведение искусства, да. Ну, скажем, одна из самых известных световых скульптур Криса Бресси «God Save the Queen» была продана на аукционе за 35 тысяч фунтов. Причем это размер был что-то метр на полтора, ну, там, в ихних измерениях. Да. Вот. И очень показательно в этом плане, используя те же материалы, создавать эти скульптуры, очень показательно было, когда я делал инсталляцию именно в музее Виктории Альберта в Лондоне. Там была, типа, как у нас ночь музеев, и новым художникам предоставляется право сделать какие-то инсталляции. И вот я считаю, что это было просто грандиозно, и отзывы были такие же. Там мы делали несколько инсталляций. То есть, отдали весь музей. Нет, я и Крис немножко консультировал, но он в тот момент был в Париже, и, в принципе, от А до Я делал там все полностью. Был отдан весь музей, как бы, пожалуйста, ваши идеи. И идеи были, ну, другие просто там, ну, поставил в коридоре вывеску, еще что-то, да. Теперь представьте, огромный зал с балконом, внизу саркофаги. Очень, ну, не знаю, 20-30 саркофагов, зал длиной метров 150, темно. Это как бы саркофаги, сверху как будто лежит рыцарь с мечом, не знаю, это английский короли там или кто там. Похороненный, да. Как вот такой огромный зал, темно, и неоновая вывеска «Daddy's Hotel, no vacancy». И, то есть, папочкин отель, вот нет вакансий. И слово «нет», оно иногда тухнет, иногда загорается. То есть, как бы непонятно, есть вакансии или нет вакансий. А, и «sleep easy», беспокойно. Народ был просто в шоке и как бы фотографировал. Ну да, шокирующее такое. Да, конечно, да, да. Потом вторая была там интересная, это «Stairs to the Heaven» я сделал. Они настояли, вот как вы, там есть одна стена, лестница в небо. Просто к стене, ни в куда уходящая деревянная лестница с какими-то масками, выглядывающими людьми и так далее. Ну, я поставил нашу малярную лестницу, обыкновенную стремянку, и на ней неоновые буквы прикрепил. И вот наше время лестница в небо. Выглядит так, да. Да, выглядит так. Ну и много разных других. А вот что касается разделения искусства и какого-то как коммерческой работы, вот у вас такой впечатляющий послужной список того, чего добились. Вы стремились к этому изначально? Вот просто многие люди, которые чего-то добились, они потом говорят, некоторые говорят, я все делал для себя, никогда не думал о том, чтобы иметь коммерческий успех, все как-то само пришло. Другие говорят, что они стремились к этому, как в вашем случае? Вот вы предпочитаете творить вот как бы для себя или вот как вы говорите, заказ, вот эта работа такая, ремесло? Ой, сложно сказать по той простой причине, что иногда заказ, он является как бы каким-то стимулом. То есть какой-то, ведь тот человек, который заказывает, он тоже над этим что-то думал, у него тоже это есть в голове. И самое интересное, когда у вас что-то совпало вместе.
тогда это вообще бомба. А если неинтересно? Вот вам заказали хорошие, там, ну, грубо говоря, хорошие деньги, все в порядке, но при этом видите, что с точки зрения искусства и дизайна как-то, ну, это все не очень. Такое бывает, и что вы при этом? Бывает, ну, тут тоже в зависимости от ситуации, как бы я, если уж мне совсем не будет нравиться, естественно, я это не буду делать. Ну, как правило, заказ есть заказ, работа есть работа, ну, а что? Человеку это надо, значит, надо. Если это ему поможет, ты должен это делать. Угу. Все. Вот ваши работы есть, скажем так, вот мы уже говорили там в фильме «Форсаж 6», да. Да? А есть еще, можно их наблюдать на видеозаписи там известного иллюзиониста «Динамо», да, 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 вот да. Что там и как это, откуда они там появились? В принципе, потом уже пошло так, что многие известные в Лондоне люди приезжали к нам и просто снимали. То есть тот же Zico Chain снимал клип у нас. То есть именно то, что я рассказывал, Gods on Junkyard, да, Криса, где эти вывески умирали, грубо говоря, да, привезенные были. Там можно было очень интересные инсталляции составлять. И на самом деле, когда здесь лампочка горит, здесь не горит, здесь что-то непонятное из одной эпохи, здесь что-то с другой эпохи. И в итоге это все складывалось в красивую инсталляцию. Поэтому очень многие просто приезжали к нам туда и снимали свои клипы. На этот склад и выбирали там какие-то вещи, да? И точно так же произошло с этим иллюзионистом, да? А что он там навыбирал себе, интересно? Ой, всего. Звезды, и, ну, там можно посмотреть клипы и всякие разные. Там Life is Brilliant, God is DJ, Sex, Drugs and Bacon Rolls, есть такая вывеска, которую мы делали с Крисом. Вот, ну, все в таком вот красочном, ярком стиле. Вообще интересно, сам период был интересный поработать, и люди собрались интересно. Я работал в одном кабинете с, я считаю, одной из тоже знаменитейших дизайнеров современности, Дестель Ривьера. До меня она работала с Карлом Лагерфельдом. То есть она делает, она создает маски, всякие прототипы, образы тоже так же самое и для фильмов, и для всяких выступлений. Ну вот как-то вот так вот и творили. Да, что я хотел спросить, про все-таки, если про сторону искусства брать, в Латвии очень много фестивалей, как мы уже вначале говорили, света. Вот как вы к ним относитесь? Меня просто интересует, как прочитывать вот искусство, в котором есть элементы светового дизайна. Вот просто на днях тут был такой случай, связанный не со световым дизайном, но с искусством, с выставочным искусством. Там в музее были какие-то ребята, они нашли вот эти выставки, эти экспозиции, инсталляции, которые они увидели, они нашли их бессмысленными, и один из них снял свои очки, положил их на пол, и тут же туристы подлетели, начали смотреть на эти очки, фотографировать, они приняли это за экспонат. Вот с этой точки зрения, как с этой точки зрения я хотел бы сказать вообще мое отношение к этому виду искусства, потому что пообщавшись с людьми, да, которые лично знали того же Энди Уорхола, которые углублялись в эти вещи, я вообще считаю, любые вот такие вот инсталляции, они откуда они взялись? Потому что в свое время это был какой-то призыв у кого-то. То есть имело что-то под собой быть. Не может. Также, если брать элементарный пример, тот же самый черный квадрат, да, который мы все прекрасно знаем. Но ведь никто не углубляется дальше, что сам художник до этого это был не первый его черный квадрат. То есть исторический контекст 18-й. 18-й или какой-то, неважно. Но там целая теория под этим всем. И она на самом деле, теория имеет место жить. То есть это было обсуждение мировое. Не только он придумал просто квадрат. Ведь там заложено что? Заложено то, что искусство... Концепция. Концепция в том, концепция в цвете. То есть искусство – это не форма, а искусство – это цвет. Просто цвет – это тоже искусство, а король, царь цветов – это черный, который вмещает в себя все цвета. Увидеть в этом черном все остальные цвета, и ты увидишь искусство. То есть там целая философия под этим это всем. Это только одна из интерпретаций черного квадрата. Да, согласен. Да. Согласен. И если ты просто, извините, там, ну как в известном фильме, да, там в Нью-Йорке там унитаз стоит, и непонятно, это инсталляция или это не инсталляция, да? Или это унитаз. Да, так же, как известная в Лондоне дизайнерша в... Что там было, это Академия культуры Лондона, и она сделала там инсталляцию кровать, использованная что-то
белье, там, бокалы шампанского и так далее, да, и как это центр культуры мировой, и там она вот такую вот сделала. То есть это был какой-то вызов с ее стороны, какой-то, что вы здесь закостенели, что вы не видите жизнь и так далее, а просто повторить это, надо пройти тот путь ее, надо выстрадать, надо выучиться, надо стать, не знаю, знаменитым или незнаменитым, или, ну, по крайней мере, в этом должно быть что-то под этим быть. Ну, она должна уже заработать себе имя для того, чтобы сделать такое. Если это сделает там какой-нибудь, не знаю, Иван Иванов, условно, никому неизвестный, поставит кровать и использует, ну и что? А если это, простите, там... Не, ну можно найти форму. Да, или еще кто-то, то тогда понятно, вот что это будет. Гостя тоже нашего спросим. Мне кажется, что все-таки если найти вот форму такую, очень такую, ну... которая действительно какой-то месседж имеет, скажем так, с точки зрения искусства, то не обязательно иметь, наверное, имя все-таки. Ну, нет, я это имею в виду, это должно быть месседж. В каждом произведении искусства должен кто-то умереть, кто-то родиться. Мы сейчас к распятому Путину подойдем, по-моему. Но он не световой был. Он не световой был. А если бы был световой? Это было бы круто. Была бы световая скульптура или световая вывеска, как вам кажется? Ну, скульптура, наверное, все-таки. Скульптура. У нас в гостях, напомню, сегодня музыкант и художник по световому дизайну Андрей Антужан. А вообще... какие-то знания физики нужны вот для того, чтобы заниматься там дизайном, там оптики, там какие-то специальные знания нужны человеку? Бесспорно. Или достаточно? Ну, это опять же вдохновение, чем больше ты профессионал, тем лучше ты можешь, да, работай, развивайся каждый день. Это у нас были и случаи, когда звонил, находил телефон учителя по математики через 20 лет после школы, звоню и спрашиваю, помните, такой ученик был, я забыл, формула эллипса какая. То есть, а что, в интернете нельзя посмотреть? Ну, было вот как-то в тот момент, да, то есть, как бы, как это, вот помню, периметр круга, квадрат круга, а эллипса, как рассчитать? А вот что касается трендов, мы говорили о том, что сейчас снова вот эти вот старые вывески. Вот я сейчас, например, часто вижу, вы можете как, ну, не то что не согласиться, а как-то сказать, что это не так. Лампочки вот эти старые, они тоже как-то возвращаются со всякими дизайнами интересными этой нити. Вот. И значит, что как и в других видах искусства здесь, ну, искусство или дизайна, скажем так, тут тоже как-то все спирально и возвращает вот это старое. Ну, все в Лондоне вот это уже давно вернулось, как бы, да. А здесь только-только я смотрю, да, одна, вторая, третья. Это красиво, почему нет? Это должно быть. Почему все должно быть одинаково? Угу. Просто здесь не предлагается этого всего. Угу. Есть ли в Риге какой-то свой стиль, рижский стиль, вот в той сфере, в которой вы работаете, в световом дизайне, да, в вывесках, бесспорно, во всем? Бесспорно есть. Как его можно сформулировать? Можно, да, характеризовать или отличить, или вот какие черты, может быть, ему присущи? Вот, что можно сказать об этом? А я бы его охарактеризовал женский стиль, именно почему? По вывескам. Что имеется в виду женский? Ну, в чем, ну, он? В том, во-первых, большинство дизайнеров женщины, девушки. Угу. И они выбирают, если брать... А это как-то если, заметно, вывески, заметно это в работах? Мне заметно четко, да. А как? Есть, вот почему шрифт, вы замечаете? Другой шрифт. Женщины выбирают одни шрифты, мужчины совсем другие шрифты. Поэтому... А какие шрифты выбирают женщины? Я сейчас не помню названий. Я помню мужские, да. Скажем, если... Стандартный. Мужчина – это стандарт. Стандарт, надежность какая-то такая. Все-таки. Да, то, что... Скажем, как вы знаете, в интернете используются не все шрифты, да, там 5-6 шрифтов, да, которые как бы по всему миру. Вот эти шрифты, эти же шрифты используют мужчины в вывесках, женщины нет. Женщины используют другие рюшечки. Ну, как вы показываете, да, сейчас рукой, это что-то такое округленькое. Да, я сейчас не помню. Есть конкретно несколько шрифтов, которые просто узнаваемые, я сейчас просто не помню их с головы. Мне кажется, Рига и рюшечки это как-то не очень вяжется, нет? Ну, образно рюшечки. Уже там образно, образно. В Риге стильные вывески, можно сказать, что они стильные? Тогда к вопросу, что такое стиль, да? Ну, да, наверное, тут Андрей стильный, имеет в виду общие видите, какие-то Риге, такие представления, да, о стиле, то есть мне что-то не такое встаем, современное, не знаю, модное. Приятно, да, смотреть ты... на это все. Ну, в целом, я имею в виду, вот город. Просто. У нас, видите, у нас система какая? Любую вывеску ты должен согласовать с художником, поэтому из стиля особо не выбьешься. Ну, художник же тоже никто. Мужчина там, у нас главный художник. Есть мужчины, есть женщины, да. Сейчас, кстати, вот старые художники все уходят, которые много-много лет отработали, и последние
буквально в этом году на пенсию уже и заменяют молодыми. Ну, посмотрим, наверняка что-то поменяется. Просто... А вот по главному художнику Риги чувствуется стиль? Как вот... Там же есть какая-то процедура утверждения и все. Процедура такое. Утверждения вывески, любой вывески, да, такое. Но их много там. Mm-hmm. И, ну, в основном, я и говорю, поэтому и все и приходит так довольно единообразно в Риге. Редко выбиться. А сложно. Это хорошо или плохо? Как для кого? Ну, вот для вас, для вас. Для меня плохо. Я люблю рвать стандарты, и мне не нравится. Что бы вы, какие стандарты тут порвали? Так, если бы дали, чего бы такое? Нарисовали, написали. Ну, это так, не выразить словами. Надо... Тогда бы... С чего бы начали? С чего бы начал? В Старой Риге что-то или где? Вот, не, ну, территориально. А, в этом плане, в плане всего города? Нет, ну, настолько масштабно я как бы не мыслил, да, и не задумывался над этим просто. Угу. Нужно это, не нужно. Может, я... Люди на своем месте, я на своем месте. Угу. А вот... Ну, вы в Лондоне, скажем так, с Лондоном очень тесно связано. А где-то, скажем, в российских городах вы бывали в последнее время? Вот. Вы последнее можете оценить, время, нет? Последнее время нет. Угу. Был несколько лет назад, я ездил в Енисейск, это начало Российской Сибири, к родственникам. И я специально выбрал поезд, хотя он был дороже самолета. Мы ехали четверо суток с детьми. Угу. Туда, ну, то есть сутки еще до Москвы, ну, ночью, потом четверо суток до Енисейска. Вы герой. Мне четверо очень понравилось. Мне так понравилось. Просто... В поезде или в Енисейске? В поезде, в Енисейске, все, да. Ну, единственное, и конечно, были, да? Вывесок, ну, почти нету там. Как там с дизайном световым? Ну, все еще, тогда еще все было, в принципе, по-советскому, да, то есть как бы ничего вообще. В перерыве мы выяснили, что вы в итоге пришли к музыке все-таки. Да, случилось так, что... То есть когда-то в школе я даже пел на демонстрациях в городе. Вот. И в прошлом году, да, один знакомый композитор искал вокалиста, и друзья посоветовали меня. Ну и я попробовал, и мне не понравилось. То есть я удивился, что все-таки петь под гитару в компании одно, а профессионально записать песню – это совсем другое. И мне самому не понравилось. А поскольку у меня дочь с детства занимается вокалом, и плюс предлагалось с ней как-то спеть дуэтом у ее преподавателя, я пошел к ее преподавательнице, великолепная Элла Ополева, это просто, я считаю, гений нашего времени. Она... послушала меня и сказала, надо заниматься. После этого мы были с ней на фестивале в Праге, где я занял первое место, познакомился там, в жюри сидел Дамир Басыров, прекрасный баритон пражской оперы, поддерживаем до сих пор с ним отношения. То есть вы поете сейчас, вы не в группе играете? Нет, сейчас занимаюсь, сейчас создал группу «Атлантида», рок-группу, первые два сингла уже готовы, сейчас выходит третий, и буквально... В ближайшее время начну уже представлять, скажем так, презентовать новую группу. Ну, по отзывам я отсылал и в Нью-Йорк, отсылал и в Лондон, и в Ирландию. Ну, всем нравится пока что, поэтому я как бы... А кем или чем вдохновляетесь в музыке? Звонок есть. А, есть звонок. Давайте, да, примем, давайте звонок. Примем звонок. Уникальный, вот, слушаем вас, уникальный звонок. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня такой вопрос. Вот ваш гость, он светодизайнер, и вроде бы должен разбираться как бы в этом всем. Пожалуйста. Вот по его мнению, вот Рига как город, вот на мой вкус, Рига сейчас вообще как-то какой-то, не знаю, провинциальный российский городок. То есть пару зданий освещены, мост железнодорожный, набережная, вид с Бласта Дамбис на президентский замок. То есть я фотограф, я хожу, выискивают такие интересные места, где можно сфотографировать. И в Риге практически сфотографировать-то нечего. Ну, вот здание музея художественное новое, и все. Сейчас вроде бы новые технологии LED, которые не потребляют электричество. Это что, как это, денег нет или желания нет? То есть ни одна башня Петра у нас не подсвечена фактически. Ну, и как-то убого все. Вот я вам честно скажу, у вас нет такого ощущения?
такое, ну, хотелось бы, чтобы это все было покрасивее. Туристов приглашаем, чтобы пойти, там, глаз порадовал. В конце концов, даже в интернете фото выложить, но нету ничего. Спасибо. Понятно. У меня вот не было такого ощущения. Ну, интересно, вот взгляд фотографа. Разделит ли световой дизайнер такой взгляд? Ну, скажем так, мое личное мнение, это менталитет. Все-таки мы Латвия, мы не Россия, не Лондон, не Англия. И я не знаю латышей, которые бы хотели, чтобы было все прямо ярко, и все бы так сияло, как в Лондоне, как когда, как в Польше. Или... То есть, как бы наоборот, в этом и есть все строго, все тихо, и такая тихая гавань. И этим гордятся. Мне так кажется, я не знаю, это мое личное мнение, что к этому как бы и подводится все. Я не знаю, мне лично хватает света. Да, хватает, здесь нету, это именно уходят от вычурности, именно и строго и запрещают те же художники, да, в Думе, что мы не Лас-Вегас, мы у нас свой юген-стиль, то есть, который вот он такой. То есть, ну, похоже, не знаю, там, Швеция, в принципе, там тоже особо-то нечего. Там красиво, замки, все такое, но по стилю, по-моему, и тот же и Стокгольм, Хельсинки. Ну. Буквально два слова вот на ответ на незаданный Андреем вопрос, вернее, заданный. Мы не успели, да, от музыки? Да, ну, да, и будем заканчивать, да, поскольку у нас время истекает уже. Где черпаете вдохновение? Кто, что вас вдохновляет вот музыка теперь в новом именно вашем, в музыке, ну и новом, да, старом? В новой старой деятельности, творчестве? В музыке вдохновление отовсюду, так сложно сказать, не знаю. Ну, конечно, любовь в первую очередь. Какие-то переживания, дорога, все что угодно, все что вокруг. Это так, короче, говоря, из жизни. Все из жизни. Да, естественно. Ну что, спасибо вам. И музыкант, художник по световому дизайну был сегодня в личном утре. Андрей Антужан с нами. И вели программу Андрей Лешкевич. Наталья Михайлова. И звукорежиссер Евгений Копейкин.